пройтись пешком, потом побежать. Не садиться, понял? Пройтись пешком, потом побежать. Не садиться, если тебе захочется сесть, это неправильно. Понял? Бежать лучше. Понял, чем садиться. И до куда бежать? Просто беги. Если я скажу сел, садись. Нет, а до куда пройтись надо? Короче, 5 метров идем, 10 метров бежать, потом садимся. Понял? Скажешь, когда бежать, я когда... Я скажу сесть. Как сесть? Ты скажешь, когда... Я скажу, когда сесть. А вот так идешь, бежишь? Идем. Идем. Идем, просто идем. Не садимся. Бежим сейчас. Побежали, побежали, побежали. Бежим. Все, сел. Честно.
в горах не был. И вот я еще и полетал. Самое крутое вообще в мире, что ли? Здесь сколько? 320. Опа, это что, яма была? Тяжело управлять этот? Дешевое удовольствие так вот полетать. Если нас хоть делать. Там и уровень другой жизни, так заходит. А в России с кукурузой как прыгают? Какая высота? 800? О, так это неинтересно уже. Это прикольно, мне кажется, так вот прыгать. Как высота? Один раз полетаешь, ты полюбишь, да? Это то же самое, что пилоты на самолетах, они не могут уже без неба. Ой, какая высота. Это мы сейчас на какой высоте летим примерно сейчас? Где мы приземляться будем?
на вот на такой дороге.